первого нашего докладчика сегодняшнего я представляю с особым таким чувством, потому что Александр Петрович Федоров не смог в прошлый раз на прошлой конференции по причине болезни присутствовать, и в этот раз он смог присутствовать, за что ему отдельно благодарен. Я представляю одного из основателей российской психотерапии Александра Петровича Федорова с докладом о новых подходах патогенетической терапии Мясищева. Александр Петрович, прошу. Так, я рад приветствовать участников второй конференции. Значит, мой доклад называется «Новые подходы в патогенетической психотерапии» Владимира Николаевича Мясищева. Ну, вы, наверное, знаете, что патогенетическая психотерапия – это оригинальное отечественное направление из круга психодинамических направлений с большим акцентом на проработке когнитивного компонента. Оно связано, конечно, прежде всего с именем Мясищева, но и большой вклад в развитие этого направления внес Борис Дмитриевич Карбасарский, ну, известный, наверное, вам человек, автор многих работ, в том числе и психотерапевтической энциклопедии. Прежде чем переходить к описанию, ну, особенностей практической части, остановлюсь все-таки на теоретической части, которая фактически покажет, как можно использовать новые какие-то понятия для того, чтобы по-новому как-то планировать психотерапию. Дело в том, что понятие отношения является центральным понятием патогенетической психотерапии. Отношение определяется в концепции или в теории Мясищева как связь, значит, или структура, которая устанавливает связь между субъектом и объектом. Дело в том, что вроде бы это определение так достаточно простое, но давайте посмотрим все-таки контекст, в котором мы можем рассматривать, что такое объект и что такое субъект в этой концепции. Итак, объект – это все-таки среда, которая окружает человека, среда, которая представлена значительным количеством объектов различных явлений. Но среда – это не нечто пассивное, что окружает человека, а это то, что имеет достаточно четкое структурированное поле. И в этой поле можно выделить уже еще более четкие структурированные выделенные блоки. Среда достаточно активна, и она навязывает определенный способ функционирования индивидуума через окружающие условия. Дело в том, что среду надо рассматривать как нечто динамическое, не то, что имеет статический характер. И вот в процессе определенной динамики среда управляет фактически субъектом через определенные схемы управления. И действительно можно выделить несколько схем, которые фактически являются центральными в управлении поведением человека. Это целевые, программные, противодействующие отклонениям схемы и запрещающие схемы. Давайте сейчас посмотрим, что вкладывается в эти понятия. В экологической психологии вводится такое понятие, как понятие синоморфов.
Понятие синоморфов – это понятие фактически тождественных структур, которые имеются между, значит, структурами среды и формами поведения человека. Поскольку человек включается в повторяющиеся взаимодействия, то в конце концов образуется последовательность определенных синоморфов, повторяемость этих синоморфов, и в конце концов человек включается еще в более сложные структуры, которые получили название поведенческого сеттинга. Сеттинг – это не стабильное образование, это достаточно динамичное образование, которое существует только в динамике, а не вот в каком-то таком сиюминутном срезе. Поэтому фактически, когда мы говорим вот об этих новых понятиях, мы должны иметь в виду, что это все время некое динамическое равновесие, которое возникает между внешним окружением и поведением человека. Итак, фактически человек включается в крупный определенный блок внешней среды и управляется в этом блоке с помощью четырех основных программ. Целевых, еще раз повторю, программных, противодействующих отклонениям и запрещающих программ. Дело в том, что когда человек включается в определенный блок внешней среды, то индивидуальные различия при этом в значительной степени теряются. Здесь поведение человека становится достаточно таким единообразным, типичным. Итак, целевые программы определяют результат реализации каждого сеттинга. Индивиду включается в сеттинге через осознание значения ситуации, осознание значимости целей этой ситуации или вообще целиком всей этой ситуации и ожидание возможного удовлетворения достижения целей. Целевые схемы являются системообразующим фактором, который фактически предопределяет уже взаимодействие человека и окружения. Программные, можно назвать их процессуальные схемы, это фактически алгоритмы включения последовательных действий для достижения целей сеттинга. Противодействующие отклонениям схемы – это схемы, которые возвращают индивида к цели сеттинга. Значит, если возникает угроза, ну, недостижения цели сеттинга. Ну и запрещающие схемы – это схемы, которые включаются, когда не срабатывает противодействующие отклонения схемы, тогда должны включаться какие-то фактически более жесткие приемы управления поведением человека. Поведенческие сеттинги фактически направляют поведение человека независимо от индивидуальности, и фактически они действительно диктуют определенное поведение этому индивиду. Дело в том, что фактически уровень императива, который может быть осуществляться со стороны внешнего окружения, он, конечно, варьирует. Он варьирует в определенном континууме от жесткого давления, фактически категорического императива, до мягкого способа предоставления каких-то возможностей, где
Градации, возможности вариации поведения могут быть достаточно многообразны. Теперь еще раз давайте посмотрим. Поведенческий сеттинг включает в себя обязательно следующие элементы. Объекты или явления, схемы, вот о которых мы уже говорили, человеческие компоненты, психические структуры, осуществляющие взаимодействие между средой и индивидом, и индивида как субъекта действия. Если мы задумаемся над вопросом, а что такое человеческие компоненты в экологической психологии, то, по сути, это фактически то понятие, которое использует Месищев, понятие отношения. Поэтому с этой точки зрения отношения можно рассматривать как интериоризированные требования среды. И в отношении, если мы вот так задумаемся, тоже можно выделить такие же основные схемы, как и во внешнем окружении. А именно, тоже целевые, программные схемы, противодействующие отклонения схемы и запрещающие схемы. Теперь уже мы анализируем, собственно, структуру отношения через призму этих новых понятий. Целевая схема. Целевая схема фактически является центральным фактором отношения. Она определяет направленность поведения человека в ситуации. Уровень осознания целевой схемы может быть разный, но от значительной степени осознания до полного неосознания целей фактически поведения. Итак, еще раз, целевые программы обычно активируются через интерпретацию значения события, но могут активироваться и по более скрытым механизмам, по механизмам ассоциации. Программная схема применительно к отношению – это процедуры, это правила реализации определенных действий, последовательности их включения для достижения целевой программы. Дело в том, что программные схемы иногда могут противоречить целевой схеме, и тогда фактически возникает уже сложности в реализации определенной целевой программы отношений. Сейчас я попробую остановиться на традиционном делении отношения уже через призму трех такой значной структуры отношения, когда в отношении выделяется когнитивный, эмоциональный и мотивационно-поведенческий компонент отношений. Дело в том, что понятно, что когнитивный компонент отношения очень важен, потому что он позволяет человеку структурировать определенным образом информацию, которая поступает из окружающего мира. Фактически это те незримые призмы, которые присутствуют у каждого из нас, когда мы сталкиваемся с каким-то событием. Но когнитивный компонент действительно, он имеет и еще другие фактически уровни знания, не только
дескриптивное знание, которое является знанием описательным, но и фактически содержит процедурное знание, ну и ценностное знание. Дело в том, что ценностное знание предопределяет совсем другой ракурс рассмотрения объекта, и действительно за счет этого фактически объект уже включается как цель, как смысл, как значимость. Еще давайте задумаемся над тем, вот по-простому, как понять смысл, если мы рассматриваем смысл как психологическую категорию. Понятно, что если я задам вопрос, является ли смысл субъективной категории, вы согласитесь, что смысл является субъективной категорией. Но он существует в сознании человека, и он потому фактически значим, потому что он существует в действительности. Поэтому можно декларировать, что мир обладает смысловой структурой. И с этой точки зрения смысл – это направление, которое намечается в пространстве возможностей, предоставляемых возможностей. Но смысл – это не только то, что фактически предоставляет определенные возможности и сужает какие-то коридоры для последующих действий. Но смысл – это еще связь, которая позволяет включить определенное явление или какое-то действие в структуру высшего и более общего порядка. Поэтому я вот позволю здесь дословно процитировать, значит, Брудного, автора, значит, книги, посвященной психолингвистике. Включенность высшей структуры составляет основное условие направленности движения. Другими словами, понятие «смысл» зафиксировано осуществление взаимной связи между связями развития. Если каждый закон есть в основе своей связь, то в понятие смысла отражена системная взаимозависимость этих связей. То есть фактически смысл – это не только направленность, но это возможность включения в структуры более высокого порядка. И фактически значимость, она неразрывно связана с понятием смысла, если мы рассматриваем вот с этой точки зрения. Ну, эмоциональный компонент отношения. Эмоциональный компонент отношения – это компонент отношения, который позволяет фактически действительно связать уже более узкую реакцию или отдельное отношение человека с целостной реакцией всего индивида, фактически показать место этой отдельной, этого отдельного отношения, это отдельной какой-то отдельного явления, объекта в общей системе отношений человека. Теперь давайте попробуем понять, что такое вообще, значит, конфликт в патогенетической психотерапии.
Интрапсихический конфликт – это центральная мишень воздействия патогенетической психотерапии. Значит, Мечищев говорил, что интрапсихический конфликт возникает вследствие блокирования какой-либо важной для дальнейшего развития сферы отношений. И можно рассматривать конфликт с двух точек зрения. Сначала давайте посмотрим и рассмотрим базовую структуру интрапсихического конфликта. Значит, базовая структура интрапсихического конфликта представлена в виде двух моделей отношений или двух противоположных мотиваций обычно. Значит, первая мотивация – это мотивация, направленная на реализацию какой-то значимой значимого какого-то мотива, удовлетворения значимой потребности. И фактически, значит, это мотивация, которая дает возможность адаптивного, хорошего приспособления человека к окружающему миру. Но по каким-то причинам эта мотивация не реализуется. Но, тем не менее, если мы рассмотрим с точки зрения этих программ, то оказывается, что вот в этой первой мотивации уже сформировалась целеполагающая программа, которая фактически предписывает определенные действия. Она блокирована, и другие программы, по-видимому, не полностью включаются, и поэтому эта мотивация не реализуется. Не реализуется за счет того, что включилась вторая блокирующая модель мотивации, которая фактически прервала построение определенного мотива и фактически не дало развиться и не дало полностью достигнуть вот той цели, которая стояла перед человеком. В результате такого столкновения двух мотивов возникает уже компромиссное поведение человека, включается определенный механизм защиты, совладания, приспособления, который касается не только, так скажем, интрапсихической сферы, но касается и определенных адаптаций, которые происходят во внешнем мире. Фактически, действительно, и определенные такие определенный выбор объектов, который делает человек, это все результат включения определенных вот этих, назовем так, противоположных тенденций, которые осуществляются внутри психики данного человека. Интрапсихический конфликт можно рассматривать и с точки зрения уже вертикальной структуры. Дело в том, что отношения формируются последовательно. Отношения формируются последовательно, и базовые отношения формируются в связи с такими кардинальными задачами психосоциального развития. Задача психосоциального развития – это задача, которая не различается у людей разных культур. Это фактически те требования, которые обращены к индивидууму по мере того, как он
взрослеет, становится более зрелым. И для того, чтобы он в конце концов был включен в социум, он должен решить ряд последовательности определенных каких-то социальных задач развития. Вот давайте посмотрим, какие все-таки можно выделить эти последовательные психосоциальные задачи развития. Вокруг этих психосоциальных задач развития и формируются фактически те базовые отношения, которые потом и формируют структуру личности человека. Основная задача психосоциального развития, возникающая сразу после рождения ребенка, это необходимое включение матери или замещающее ее лица во взаимодействие с ним для удовлетворения его потребностей. Ну, человек так устроен, что ребенок фактически рождается полностью беспомощным, и он не выживет, если не будет включен в... Если взрослые особи не будут включены в удовлетворение его потребностей. И вот фактически это первая задача, которую решает ребенок. И основные связи, которые формируются на этом этапе, это связи между когнитивно-эмоциональными структурами и глобальным эффекторным ответом. Фактически, это возможность воздействовать каким-то образом на окружение и через это включать уже значимых людей во взаимодействие с ребенком. Формируется вот та базовая, то базовое отношение, которое может, понятно, условным образом быть обозначено как установка, что событиями можно управлять. Эрик Эриксон говорил, что вот на этом этапе формируется базовое доверие или базовое недоверие к миру. А фактически для меня больше это вот как раз возможность воздействовать на мир, возможность управлять миром. Пожалуйста. Следующей глобальной задачей психосоциального развития является отделение от матери. Формирование «я» как центральные координаты отсчета при благоприятном прохождении этой стадии. Что это значит? При фактически решении этой задачи человек строит отношения, которые уже могут диктоваться и фактически воздействиями окружающей среды, но могут определяться и теми потребностями, которые идут непосредственно от него. Фактически на этой стадии формируется граница между теми потребностями, которые находятся в нем самом, и давлениями, нормами, которые идут от окружающего мира. И действительно, здесь формируются на этом этапе модели отношений, которые располагаются вдоль континуума: зависимость, автономия или противопоставление. Ну, каждый ребенок фактически формирует определенную структуру отношений. Следующая задача развития, которая, значит, стоит
последующие годы, это формирование социальных навыков. Это необходимость адаптации к ближайшему социуму, выделение дифференцированных требований к окружению, освоение новых социальных ролей. И действительно, возможные варианты модели отношений, которые формируются на этой стадии, вот они тоже располагаются вдоль континуума. Пассивность в выборе цели, инициативность в выборе цели или гиперцентрированность на цели. Ну, наконец, освоение технологических навыков. Это тоже важная задача. И действительно, если задуматься, что без фрустрационной толерантности, возможности преодоления определенного порога, исправления с этим порогом фрустрационной толерантности, ребенок не сможет освоить и стать компетентным. И вот здесь формируется два типа, ну, два полюса. Компетентность, неполноценность, два противоположных варианта формирования отношений к себе на этом этапе. Наконец, важным этапом является формирование половой идентичности. Она завершается в возрасте, ну, в европейских странах 16-18 лет. И действительно здесь можно говорить о гармонично структурированной половой роли и неструктурированной половой роли, как тоже два противоположных варианта прохождения этой стадии. Наконец, формирование эго-идентичности, как уже полного резюме, который подводится к определенному возрасту, к возрасту 18 лет. Фактически, это решается основная задача сохранения внутренней тождественности при очень разных, подчас противоречивых и очень жестких требованиях, которые предъявляет социальное окружение. И вот действительно здесь можно говорить о гармоничной эгоидентичности и размытой, неструктурированной эгоидентичности. Итак, на каждом из этапов вот этого развития или тех задач, которые решает человек, фактически, значит, он может недоформировать определенные отношения и сформировать глубинный невротический конфликт, который до поры до времени будет находиться в латентном состоянии. И только после того, как внешние условия, как ключ к замку, начинают предъявлять соответствующие требования, этот невротический конфликт начинает актуализироваться. И мы можем наблюдать парадоксальные ситуации, когда, казалось бы, вроде для человека делается, предлагается, дается возможности очень благоприятные, а он реагирует совсем противоположным образом. Например, давайте просто приведу пример. Человек не сформированным чувством автономии вот на этом втором этапе. Когда, скажем, такого человека выдвигает на какую-то должность или предлагает какое-то место, где действительно надо выявить это как раз чувство автономии, он начинает демонстрировать невротическое поведение и действительно в конце концов может и уже
получить какое-то и невротическое заболевание. Итак, патогенетическая терапия фактически, значит, предполагает, значит, два возможных варианта работы с интрапсихическим конфликтом. Это работа сверху вниз и работа снизу вверх. Работа сверху вниз – это работа фактически с более поверхностных слоев, значит, на, значит, невротического конфликта. И тогда в первую очередь мы работаем с блокирующей моделью отношений. И только после того, как мы прорабатываем блокирующую модель отношений, мы уже можем переходить к работе с уже, собственно, той заблокированной моделью желательных отношений, которая не доформировалась у человека. Но работа, значит, фактически снизу вверх, она возможна, значит, тогда вы начинаете работу с желательной моделью отношений, недоформированной фактически моделью отношений, которая выявляется. Но обычно эта работа всегда очень сложна, она фактически требует возврата и проработки все равно на каком-то этапе блокирующей модели. И фактически, вот если брать практический опыт, то оказывается, что как только исключительные больные вот имели позитивный результат при вот такой работе. Поэтому действительно патогенетическая терапия, как правило, должна проводиться при работе сверху вниз. Время мое истекло. Спасибо за внимание. Александр Петрович, спасибо большое, то, что выбрались к нам все-таки. Это наш почетный диплом. Спасибо.